Доброе утро! С вами Кадор Фитнес. Сегодня мы тренируем ноги. Мы будем формировать красивые бедра и подтянутые ягодицы. Также тренировка ног поможет быстрее терять лишние килограммы и, что немаловажно, укрепить сердечную мышцу. Хорошего вам занятия! Исходное положение стопы под ягодицами, носки направлены вперед и немного в стороны друг от друга. И мы начинаем приседать. Опускаемся на вдохе, поднимаемся на выдохе. Опускаясь, втягивайте живот и держите спины прямыми. Стараемся приседать до параллели с полом. Руки перед собой для баланса. Всегда помним про дыхание, все усилия на выдохе, в данном случае на подъем. Приседаем еще 4 раза, еще 3, 2, завершающий. Садимся и начинаем пружинить. В приседе пружиним по 3. Движение маленькой амплитудой, и мы пружиним 3, 2, 1 и подъем. Не останавливайтесь, продолжаем. Все еще пружиним по 3. Завершающие 3 пружины, 2, 1 и приседаем в полуамплитуды. Опускаемся очень низко и невысокий подъем. Ноги все время в напряжении. Продолжайте. Еще 2. Еще раз. И мы приседаем медленно, полной амплитудой. В завершающий раз опускаемся медленно вниз. Подъем. Полностью выпрямили ноги. И приподнимаем пятки вверх. Стопы под ягодицами, не раскачиваясь, приподнимаем только пятки. Немного отдохнули, еще 2 подъема. И продолжаем приседать быстро, до параллели с полом. Спина прямая, плечи подняты, вдох вниз, выдох подъем. Смотрим перед собой, не опускайте подбородок. Еще 2 приседания, еще 1. И переходим на наклоны вперед. Руки расслаблены, кисти под плечом, поясницу отводим назад. И продолжайте делать наклоны. Еще 4 наклона. 3. 2. Последний. И пружиним. Остаемся пружинить в наклоне. Еще. И мы пружиним по 7 в наклоне. Поднимаясь сверх, полностью спину не выпрямляем. Плечи слегка над носками. И снова наклоны на каждый вниз. Помним, не опускайте подбородок, смотрите перед собой. И не становитесь на прямые ноги, ноги слегка согнуты в коленях. Мы выпрямляем спины, за руками вдох. Через стороны, большим широким кругом. И выдох, руки опускаем, все делаем плавно. Еще дышим. Опускаем руки и продолжаем приседать медленно. Будьте внимательны, мы становимся одной ногой назад. Правая нога опорная, левая стопа сзади, стопы на ширине таза и ноги дальше друг от друга.
И мы опускаемся коленом вниз, приседаем в выпаде. Впереди стоящая нога колена зафиксирована и прямой угол в колене. Пятка сзади стоящей ноги направлена ровно вверх, и так все время. Опускаемся на каждый еще два раза, еще один, и начинаем пружинить. Пружиним мы по три. Максимально растягивая мышцы колена, стараемся опускать максимально близко к полу. И мы все еще пружиним по три. И продолжаем пружинить по семь. Стопы ставим на одну линию и продолжаем приседать медленно. Помним, опускаясь, мы втягиваем живот, делаем вдох и подъем на выдох. Продолжаем приседать быстрее. Еще 4, еще 3, 2, 1. Руки вперед и наклоны. Стопы остаются на ширине таза, кисти расслаблены, плечи тоже, и наклоны вниз. Стопы узкой стойкой, и мы пружиним в наклоне. Мы выпрямляем спины, стопы ставим шире таза и за руками вдох. На вдохе смотрим вверх, на выдохе опускайте подбородок. Опускаем руки, ставим одну ногу перед собой, выпрямляем ее в колени, носок на себя и растягиваемся. Также поменяли ноги местами. Стопы на ширине таза опустились и немного повисим, расслабим поясницу и плечи. Не поднимаясь, немного попружиним. Присели, немного отдохнули, приподняли таз и вернулись еще попружиним вниз. После пружин, округляя спину от поясницы, мы плавно поднимаемся до грудного отдела, плечи и головы последние. Стопы широко врозь, садимся на правое бедро. Будьте внимательны, колено за линию носка мы не выводим и руками на колени не давим, упираемся в мышцы. Ноги прямые, противоположным плечом опускаемся вниз к колену, в одну сторону, немного задержались и поменяли стороны местами. Собираем стопы под ягодицы, руки в замок под колени и округляете спины с усилием вверх. Отпускаем хват, плавный подъем, также округляя спины, поднимая головы последними и за руками вдох. Опускаем руки перед собой до параллели с полом, раскрылись, задержали на секунду дыхание, опустили руки вниз, похлопайте себя.